Всем привет! Тысяча человек ждет, пока Кариночка пописит. А как ты узнал? Как ты узнал? У меня что, камера была включена? Ля, решила стримить? Да, да. Сегодня будем стримить, общаться и играть. Почему ты завела на кроликов? Мне просто интересно, я вот кошатница, мне без котиков грустно. Мне не нравится характер кошек, и они срут вонючие. Кошки срут вонючие. Я была, блин, чё, от них столько шерсти. Я от шерсти кроликов, вот этого, ангорской. Ее шерсти, я ее думаю побрить скоро. Реально, отведу ее к этому специальному чуваку, который бреет собак. Вот я побрею этого ангорского кролика, потому что, блядь, меня и шерсть заебала. А так от кошек это вообще... Кошки реально охуенные. Кошки к тебе не идут на руки. Кошкам тебя. Кошки постоянно спят. От кошек не дождешься ласки. Кошки... You love suck dick. Хомяк. Хомяк пишет. Хомяк — это единственное, что, на что хватило его знаний. Инглиша. You love suck dick. Так, сейчас, короче, буду играть с джойстика, и вы будете ржать над этим, потому что я вообще не привыкла к управлению. Я вообще не привыкла к управлению с джойстика, и типа, я вот буквально на стриме буду учиться играть с джойстика. Короче, те, кто хочет подключить джойстик к Геншину, заходите в Steam, подключаете джойстик к Steam'у через режим Big Pictures. В настройках выбираете, настраиваете джойстик. После того, как джойстик сконнектился со Steam'ом в режиме Big Pictures, выходите из него и в Steam'е добавляете игру. Значит, заходите в настройки в Steam, добавите игру и ищите, добавляйте Genshin Impact. Genshin Impact. И уже через Steam запускаете Genshin Impact. И в настройках Genshin Impact выбираете джойстик. Все понятно? Господи, это так будет смешно, потому что я вообще... Я не привыкла играть на джойстике. Короче, если совсем будет плохо, я подключу обратно клавиатуру с мышкой. Так. Ой! Тут бегать надо, да? А-а-а! Побежали! Блин! Я хотела спрыгнуть! Я ультанула! Ну все, это ГГ. Господи, я еще не привыкла к управлению. Нет, я не готова делать это на время. Господи, нет, только нет, я это ненавижу. Блять. Как летать? Ну все, это ГГ. Я это не пройду с джойстика, это стопудово. Ну все, это... Господи, как карту призвать? Так как это делается? Нормально такой вид, да? Нормально. Да, у меня смола накопилась. Пиздец. Смолу не потратила. Блядь. Победите всех монстров. Ну давай. Блядь. Я хотела подобрать! Господи, я думаю, может, блядь, переключиться на клавиатуру все-таки. Это пиздец. Это очень неудобно. Как же это делается, господи, я забываю все время. Карту призвать. Нет. Я вообще не понимаю, как можно тут целиться. Ну вот посмотрите. Как можно целиться с джойстика? Как? Типа, вот так? Вот так? Как целиться с джойстика? Вот как бы, вот как это возможно? Это невозможно! Ты зажимаешь вот это? Ой. Нет! Я сейчас попаду! Сейчас, подождите, давайте попробуем. Цел вот. На кружочек. Так, что ли? Видите, как я это делаю? Найди, где L2. Окей.
А, в натуре! А, вот так можно? Опа, шишка. На джойстике играешь. Потому что хочу научиться играть на джойстике. Это прикольно. Просто попробовать хочу. Просто интересно, как это. О, господи, эти 160 смолы, 160 смолы, господи. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не успела, не успела. Это какой-то пиздец. Тенду, кокуния. Так, а как тут? Меня это бесит. Да, остальные в бане. Ладно, все, я джойстик играть, сейчас реально переключу его. Да, совсем другие ощущения. Нормально можно играть. 10 кусков. На пенек сел, 10 кусков должен. Да, инфляция. Чат смотрела и утонула. Второй раз уже. Бля, мне кажется, все, во что я играю, это реклама, да? Все просто. Просто так Карина бесплатно не играет. Если ты отстримишь 20 часов. Если ты отстримишь 20 часов в месяц Геншин, ты становишься контент-мейкером, и тебе вроде как дадут 2000 кристаллов. Вау! За 20 часов целых 2000 кристаллов. Это сколько? Сколько? 30 евро? Вау! Вау! Это целых 10 роллов почти. 20 часов для Карины в месяц стримов. Кстати, видела обсуждение, где... Вот у Карины стримерши нарощенные. Блять, вот у меня просто все нарощенное. У меня, вот знаете, так послушаешь, все не свое, все нарощенное. Все. Да, и жопа, и мозги, и вообще все. Все, разоблачили, разоблачили. Меня разоблачили. Сегодня будет майн. Майнкрафт? А с чего он должен быть? А, Делюк. Так я Делюка показала, Селюка. Селюк, Дилдук. Как еще его называют? Че, пойдем еще поделаем на репутацию? Бездна потеть? Бездна на джойстике, серьезно? Синяя штучка указывает. А, правда? Синяя штучка указывает. А, да? Указывает синяя штучка. Ты за розовый шарик, это феечка. А на пробел прыгать. Правда? А как какать? Ой, я умерла. Кружки появились красные. Из них, наверное, выходить нужно, да? Да ты Спускайся давай. Карин, у тебя жизнь интересная или ты просто дома сидишь по КД? А сидеть дома по КД, это значит скучно и неинтересно. Я буду копить на Венте. А чё у меня камера пропала? А чё с камерой? А чё камера пропала? Короче, у меня что-то с камерой, походу придется стрим оффать, потому что у меня камера не включается. Не знаю, что такое вообще в первый раз. Буду выключать стрим, да. Ладно, на следующем стриме увидимся. Может завтра постримлю, может послезавтра. Новое обновление постримлю. В Геншине. Посмотрим, короче, я дам анонс. А может, аниме посмотрим. Но в зависимости от того, что будет с камерой. Если камера починится, завтра, послезавтра. Короче, дам анонсы. Если что, все. До следующего стрима. Все, давайте. Пойду чинить камеру.